На днях попробовал испечь грушевый хлеб. Результат превзошел все мои ожидания. Выпечка получилась настолько великолепной, что сложно было удержаться, не скушав всю буханку за один заход. Вашему вниманию предлагаю простой рецепт приготовления грушевого хлеба. Вы можете испечь хлеб в духовке или воспользоваться для этого хлебопечкой, если она имеется в наличии. Выпечка имеет ярко выраженный грушевый аромат и несколько напоминает по вкусу домашние кексы. Удачного приготовления! Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Предварительно промываем и очищаем груши от кожуры, мякоть натираем на терке, сливаем лишнюю жидкость, смешиваем фруктовую мякоть с яйцами, перемешиваем, затем вливаем масло и снова перемешиваем. Просеянную муку усмешиваем с содой, сахаром, корицей, солью и разрыхлителем, аккуратно подмешиваем сухую смесь к грушевой смеси. Постепенно перемешиваем ложкой или лопаткой, форму для выпечки смазываем маслом и присыпаем мукой, перекладываем в форму теста. Выпекаем хлеб в духовке 1 час, температура 180 градусов, сразу после выпечки даем остыть хлебу сначала в форме, а затем на решетке. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся! Необходимые ингредиенты. Мука 350 грамм. Сахар 180 грамм. Разрыхлитель 2 чайных ложки. Сода 1 чайная ложка. Яйца 3 штуки. Корица 1 чайная ложка. Соль 1 чайная ложка. Груша 3 штуки среднего размера. Растительное масло без запаха 80 мл. Количество порций 6-8. Комментируйте. Подписывайтесь, лайкайте, подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Удачного дня!